Как спускаться будем дальше? Как? По веревке? Или есть другие предложения казанцев? Здесь скала отвесная. Такой впору альпинисту не нашим бойцам. Отдохнули бы. Отдохнем, когда помрем. А сейчас отдыхать некогда. Товарищ капитан, разрешите обратиться. Вот. Ну и что это? Сеть речная, узловая, рыбу ловить. В ней будем бойцов спускать. Ну что ж, ты предложил, Степан, ты и начинай. Покажи пример товарищам.